И снова привет, мальчишки, девчонки. Ну не знаю, я серию, может быть, разрежу, может быть, не разрежу. Если она, конечно, 2 часа будет, то, конечно, разрежу. Потому что, по ощущениям, я уже очень долго сижу. И на пандаранов гляжу. Так. Можно, конечно, бахнуть быструю зачистку. Можно даже вот из дробовика взять и добить скилла. Да. Получим мы за это уйму силы воли, аж 10. И это не может не радовать. Ну-ка, а со снайперки ты сможешь кого-нибудь убить? Вот там, кстати, двери открылись. Ирон. Можно за счет рывка с дробовиком подойти, допустим, вот к этому Херону. Можно ведь? А, блин, можно, но не очень близко на самом деле. Ну, давайте попробуем. Может быть, этого хватит для убийства. Черт возьми, а сколько же их там? Сколько Херонов вообще? 1, 2. Ой-ой-ой, это сколько бомбических Херонов-то, ё-моё, как убивать? Простите. Чисто за счет паники как-то пытаться вывести или что? Ну давайте мы... А, подождите, а если без быстрого прицеливания? Так. Из дробовика. Ох ты ж, не хватило. Сейчас хватит. Сейчас хватит. У кого-то там паника началась. У вас что? 7 из 30. Нужно убивать, чтобы они на следующий ход не стреляли. И что-то нам какие-то штуки пытаться мутить. Так, ну ты подходи, бей в ближнем бою. Нет подходящей цели. А почему? А, потому что я не подошел. Того. Да, она на следующий ход умирает. Она на следующий ход умирает. Черт возьми, а на самом деле надо вернуться вот за этими турелями. Давай, вот ты. У тебя сколько по загрузке? 16 из 23. Ты, в принципе, обе должен эти турели забирать. Ты ведь такой... Нет, не такой. Вот этот, видимо. Почему ты до сих пор горишь? Сколько у тебя загрузки? 12 из 18. Нет, не то. Почему у меня другой? Ты, черт возьми, управление. Перестань мне мешать. Я и так устал уже. 15 из 28. Да, вот им надо подходить. Забирать турели. Или давайте, знаете, как мы сделаем? Одну турель вот сейчас сюда бросим. Может быть, она даже будет туда доставать. А сами вернемся вот за этими турелями. Я думаю, что они нам еще пригодятся. Давайте всех вперед. Ну, как минимум, одна сцила умирает уже гарантированно. То есть это минус 5 очков воли еще всем. Нам нужно убить как минимум еще одного Херона. И тогда вот эти бомбические Хероны запаникуют все на следующий ход. И это не может не радовать. Давайте вот поможем нашей Лис с этим Хероном. Да, прекрасно. Ногу отключили. Двигайся вперед. Но одного Херона-то мы точно убьем. В этом я даже не сомневаюсь. Так. Теперь Лис. Давай врубай быструю зачистку. А чего, уже можно по нему стрелять? Подождите, какое у нас задание? Победите готского рецептакула. Можно стрелять? Ну, видимо, можно.
А что у него по силе воли? 12 из 90, он скоро запаникует. Обалдеть. Вот его ты сможешь убить? Это только если подойдешь, наверное. Вплотную сможешь. Давай туда подойди, уж потрать один ход на это. И убивай. Туловище. Черт возьми, почему урон меньше стал? А потому что-то в ногу надо, не бронированное. Да. Прекрасно. А что если за счет рывка? Ах ты черт, не хватает рывка. Но у нас еще будет дополнительный ход. Я про то, что хотел вот сюда ворваться и начать их убивать. Но не стоит забывать. Блин, я вот про этих-то забыл. У нас же тут еще вот этот стоит. Звереныш. У нас еще где-то сирена здесь шарится. Кажется, вот на этом фланге. Так, что у нас со священником? Сколько? 5 очков воли. То есть пока хватает, чтобы сирену еще на один ход удержать. Давайте, на самом деле, пора воодушевляться. Пора двигаться вперед. Так, снайпер. Тоже вперед. Инженер. Надо взять под контроль вот эту турель и убить лицехвата. Чтобы он нам здесь не подпортил ситуацию. Черт возьми, а мы этого лицехвата-то и не видим. Вот так номер. А видим только Херона. А почему лицехвата-то не видим? Или вот труп закрывает? Так, подожди, у тебя 3 очка, да? То есть 3 очка хода. Ну, лицехвата надо обязательно убивать. Как ни крути, его нельзя здесь оставлять. Прекрасно. Нет боеприпасов, перезарядите. Да нет, не хочу перезаряжать, хочу с быстрого прицеливания пострелять. Кому? Так, он и так уже паникует. А вот у этого парня чего-то видишь, что нет, их пока не очень видно. А к нему вообще реально забежать? Да вроде реально. Тогда давайте у него. Видим его, видим. Так. Черт возьми, их тут еще двое осталось. На него паникуют. И там все должны сейчас запаниковать. Лис. Давай подходи за счет рывка вот сюда. Слушай, надо его как-то убить. Не знаю как, но как-то надо. Или никак, не получается, да? Полностью обойму в него разряжать не хочется, если честно. А если в ближнем бою сколько? Ой, как много урона ты ему нанесешь. Ну бей. 83 урона, аж обалдеть. Так, лицехвата мы убили. Тяжелый пехотинец. Ну нет, никуда пока не стреляй, давай вперед. Снайпер. Можешь... А, отравить кого-нибудь даже. Ну, это вряд ли. Ну да. Ну, много попробуй. Хотя нет, смотрите, отравил. 40 урона заслуженных получит. Ну а ты давай. На следующий ход турельки заберешь. Перезарядка турели. Можно за ноль ее перезарядить. И сам перезарядись. И на следующий ход будем мы забирать. Так, ребята, я вернулся. Вынужден был немного я отвлечься.
Так, смотрите, вот здесь у нас тритон есть со снайперской аш-винтовкой. Как-то при всем при этом я про него забыл. Урон от снайперской винтовки 120. На самом деле я сейчас боюсь за нашего снайпера. Может быть, бахнем. Давайте электрическое усиление мы бахнем. Да. Кажется, там сирена вражеская. Раздуплилась, так сказать. Видимо, у нашего священника силы воли не хватило, чтобы ее удержать. Что-то я не понимаю. Я сейчас маленько как-то, подождите, потерялся. А почему они ходили? У них же паника должна начаться. Почему у них не началась паника? Я где-то сбился в расчетах? Не знаю. И почему пропал тритон? Тоже не знаю. Так, в любом случае, Лис. Давай бах и быструю зачистку. Убивай сначала вот этого Херона. Черт возьми, ты его еще не убиваешь, да? Он бронированный негодяй. Его только с двух ходов убьешь, а можно еще, в принципе, ранить его кем-нибудь. Можно еще кем-нибудь ранить. И как нам найти вот здесь тритона? Кто знает. Так, нет, знаешь что, давай ты как-нибудь вот так вот выйдешь, и мне нужно вот в того тритона, твой тритона, Херона выстрелить. Да, вот в этого. Только не убей. Хорошо. Хорошо. Теперь, Лис, добивай его. Прекрасно. Восстановили всем немножко силы воли. Священник, сколько сейчас? Да, одна сила воли. Вот, может, кстати, он восстановится. Давай мы так и сделаем. Сколько установилось? 13 очков воли. Лис, лис, лис. Можно рывком подойти со стороны головы. Да черт возьми, камера, определись ты уже. Докуда ты рывком можешь дойти? Можешь даже до сирен дойти. А у кого здоровье меньше? Это не того, который 800? Нет, 390. А куда делось, который 800 было? Как я не уследил за этим. Ну давай, рывок к сирене сначала. Ну да, мы ее убиваем. Прекрасно. Юготский рецептакул сейчас там мелькнул. Слушайте, а я снайпером его не вижу? Откуда я смогу начать? Так, по моим оценкам, у них сейчас паника должна начаться. Да, у них у всех паника. Ага. Здесь остался только ты, червячковый. Лис, ты сможешь к нему подойти? Подойти ты сможешь. Замечен враг. Да неважно, это там бомбические эти ребята засели. Можешь ли ты его убить? Нет, к сожалению, не убиваешь ты его. Значит, нужно кем-то его подранить. Кто у нас его подранит? Так. Давай, забирай турель. Сколько у тебя по весу? 13 из 23. Сейчас еще одну турель заберешь. Так, ты... Черт возьми, где-то здесь вот прямо сидит... Тритон. Где-то прямо вот здесь.
Может, выкурим его отсюда? Нифига его там нету. Обидно. Турель. О, ручное управление, давайте. Я ведь тебя выбрал? Я же не перепутал? Да твою мать, я перепутал, да? Ох ты ж, ёк-макарёк. Ну как так-то? Ну все, это, блин, завязывать надо. Надо спать идти, как говорится. Но нет, надо доиграть. Надо доиграть. Давайте, быстрое прицеливание. Надо добить этого Херона, чтобы он здесь нам в тылу червей не пускал. Чтобы не пускал червей у нас в тылу. Ты давай вылечишь на всякий случай. Да. Давай смертельную метку на него повесим. И сейчас лис его просто должна убивать. Опять не должна. Если в голову... Нет, в голову должна. Ну шикарно. Еще всем. Плюс очки воли себе. Плюс 5 очков воли. Плюс 2 очка хода. Это не может не радовать. Тяжелый пехотинец. Даже кого-то он отсюда видит. Кого? Херона ты видишь. Ну, с такого расстояния, конечно, попасть это надо еще постараться. Может быть, просто ближе будем подходить. Просто ближе подходить. А что там у нас с рецептакулом? Он не паникует у нас? У него 0 силы воли. Что у него вообще? Глаз, 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 глаз. Господи, а сколько у него глаз? Щупальцы. Упальцы. Ну это как-то, видимо, вот в это окошечко надо умудряться попадать. Какая страшная фиговина ты, а? Рецептакул. И поближе не посмотришь. Посмотрите на него. Ужас какой. Так, лис. За счет рывка ты докуда бежишь? Вот до сюда только, да? И за несколько рывков только сможешь до тут дойти. Так, а наш священник... Ой, черт возьми, наш священник... стал на восстановление. Давайте добавим 7 очки. Воодушевление. А смотрите, а он все равно не может ходить. Ха, он так очки потратил, что ж, даже после того, как ему очки добавили, он не может ходить, к сожалению. Так, обе турели мы забрали. Откуда вы видите рецептакул? Мне вот интересно. Герон, ну стреляй. Ну конечно. Next time. Да next time может не быть. Какой next time? Ой-ой-ой, как же нам туда пробраться, да, ребят? Давайте, лис, вот так под стеночку мы встанем. Она у нас, в принципе, доступлением. Ожидание. Так, наш инженер. Значит, тоже вперед. Ну, черт возьми, где-то здесь тритон. Где-то там сидит тритон. Со снайперской винтовкой, черт возьми. И мне это совсем не нравится. Как его убивать? Ну, пока непонятно. Да. Подождите, это мелькнул Херон где-то? Сейчас здоровье Херона мелькнуло. Ой, Херона, Артрона. 15 очков воли, черт возьми. Они сейчас начнут по мне стрелять. Ну, прекрасно. Откуда он взялся? Просто откуда он взялся? Ну да, в своего. Прекрасно. Ой-ой. У кого есть аптечки? А, у него у самого есть аптечка. Этот негодяй просто спрыгнул сверху и взорвался. И откуда стреляет чертов
Чертов тритон откуда стреляет? У меня больше нет ракет, чтобы здесь все взорвать. Ой-ой-ой-ой, что делать? Варианты. За счет рывка я докуда добегаю? Да не докуда, очень мало я добегаю. Снайперы, что скажете? Снайперы скажут, что могут пострелять. О, кстати, неплохо видно. Да, 110 урона. Турелька, кстати, тоже может пострелять. Ну, черт возьми, надо вот здесь этого тритона выкурить. Откуда он стреляет? Он может прямо из окна стрелять? Ой, из окна, из огна стрелять? Из огна, господи, что с языком? Из огня. Так, ты теперь перегружен, да? Нет, не перегружен. А почему так медленно ходишь? Давай, турели ставь обе. Один, два, три. У тебя такая скорость маленькая, ну ты серьезно? Да, видимо, такая маленькая скорость у него. Лис. Давай полностью восстанови себе силу воли. Снайпер. Ну, встань в укрытие. Здесь действует вражеский шпион, черт возьми. Которого просто, я не знаю, здесь не обнаружить. Где вот он здесь стоит? Прыжком ты докуда летишь? Да не докуда. Надо здесь вот максимально под стеночки поджиматься, чтобы они не смогли стрелять по нам. И как-то пытаться продвинуться дальше. Как, я пока не знаю. Так, ну и ты. Давай тоже подходи к Лис. Замечен враг, да бог с ним. Давно они уже замечены. Они уже давно замечены, друган. Конец хода. Блин, черви спустились с небес. Ну серьезно? Ох ты. Сирена. А ты откуда? Ну прекрасно. Обалдеть просто. Да что? Откуда вы беретесь? Эй! Отлично. Просто не знаю, как это назвать. Ну хотя бы так. Так, ну ладно, значит, нужно сначала убить их. Но это не отменяет того факта, что где-то здесь действует вражеский тритон. Черт возьми, что же, возвращаться, что ли? Я до сюда только за счет двух рывков дойду. Так, нет, нужно, конечно, червячка обязательно нужно убить. Чтобы он нам здесь в тылу дел не натворил. Так, у тебя, к сожалению, кровотечение. Но этих двух сирен обоих надо как-то пытаться убить. Moving now. Какая же, черт возьми, долгая миссия. Ой, только руку видишь. Стреляй. Так. Урон хотя бы много нанес. Хотя бы много урона. А сколько спасили воля? 11, а у тебя? 14. Вы что, тут сидели, силу воли накапливали, что ли? В любом случае, надо рывками подходить. Да, и они захватили наших двух инженеров. Так, давайте быструю зачистку.
Надо убивать. Прекрасно. Еще немножко и вторую ранили. Так, ну нет, вторую мы не убиваем. Надо ее сначала кем-то подранить. Кто нас может подранить? Ты можешь. Ты можешь, но только если тебе дадут. Ага, ничего тебе никто не даст. Попадаешь? Ну пробуй. Так. Кто еще может подсобить? Ты очень далеко. Лис. Наш священник. Ну, священник может, да. Но с другой стороны, ему подлечиться тоже не помешало бы. Ты можешь. Только после того, как перезарядишься. Так, но она в любом случае умрет уже, наверное. Да нет, нифига не умрет. Значит, надо добить. Вот теперь точно умрет. Так, ты, значит, лечись. Плюс 300 здоровья. Почему так мало восстанавливает? Восстанавливается же, нифига не 300. Файв. И как они, черт возьми, выскочили на меня, а? Как я про них забыл. Давайте конец хода. Она умирает. И где здесь Тритон? Вот он. Так. Кто там, паникует, что ли? Да, паникует. Так, ты. Рейди, говорит, давай. Туманного этого пацана надо убивать. А куда это? Он типа исчез, что ли? Да быть не может. Офигеть, он его не видит. Он его не видит. Ну что за бред? Ха. Как так-то? Ну почему ты его не видишь? Он же прямо здесь. Ой. Ну ладно, не видишь, значит, не видишь. Давайте потратим этот ход на восстановление. Как-то прям мало у нас. Черт возьми, я не загорю здесь. Да не должен бы. Так, ну через огонь мы явно не пойдем. Давайте просто встанем в укрытие. Так, у тебя полный комплект. Силы воли. Значит, сюда. У тебя что? Ну давай, тоже восстановись. И в ожидании уйди. Снайпер. Отсюда сможешь выстрелить по... А, нет, не сможешь выстрелить. Значит, просто в ожидание. И встань в восстановление. Да, конец хода. Ну вот, Джон, почему нельзя? Да он даже прямо наступить на него не мог. Давай. Ой, черт возьми. Ну что за бред с туманом, а? Что за бред? Туманы, прям читы какие-то. Вот он стоит. Ой, да неужели? Неужели ты заметил? И он опять исчез. И все, его опять не видно. Вот он. Вот он здесь стоит. Лис, а у тебя есть чем подлечиться? Есть. Давай, во-первых, перезарядись.
А во-вторых, подлечись. Черт возьми, сколько нам крови попортило? А это 3 тонн. Просто ужас какой-то. Еще умирать не хочет, посмотрите на него. Так, а между делом мы там Хирона почти убили. Да, он сейчас умрет. Хирон один. И это не может не радовать. Итого их останется трое, наверное. Итого их останется трое. Так, инженер, у тебя куча турели, у тебя... Откидать ты их не можешь, потому что... Ну, ты не хочешь кидать? Ага, сейчас можешь. Забавно. Ну, давай, поставим турельки немножко мы поближе. Может быть, отсюда они будут еще кого-нибудь получше доставать. Ну давайте прям попробуем вот из этой турельки пострелять. Будет она кого-нибудь отсюда доставать или нет? Ну нет, черт возьми, только Хирона вот этого. Убивай. Прекрасно. Один Хирон отъехал. Итого у этих опять по нулю силы воли. Так. Ну они, кстати, сейчас запаникуют. Потому что сейчас умрет... Замечен враг. Где? Да, сейчас умрет Тритон. И, соответственно, Хироны запаникуют. Так. Ожидание. Давайте просто всех будем стягивать. Так, нет, ты ожидание. Лис. Давайте уж поближе. Снайпер тоже поближе. Ты, ну, выходи из этого чертова тумана. Ты просто в ожидании. Ты поближе. Так, Джек, давай мне такое воодушевление. Установи еще себе силу воли. Да. Умирает Тритон. Там у Хиронов начинается паника. Паника началась. Там поставили щит. Нет, почему-то не началась паника у них. Также осталось 0 из 300. Забавно. Ага. Откуда сможем попадать? Черт возьми, как я не очень удачно турельки, по всей видимости, побросал. Давайте мы тогда возврат турели 2 очка 10. А где у нас еще один инженер? Вот он, еще один инженер. Давайте сделаем хитрый план, наверное. Они ж по нам не стреляют пока. Пока не стреляют. Давайте все, кто не ходил, поставим на восстановление. Так, ты... Давай ближе подходи. Может быть, получится даже захватить кого-нибудь. Лис, черт возьми, 15 всего остался. За счет чего? За счет того, что голова... Блин, ей голову отключили. Ну это надо ведь, а? И здоровье меньше стало, и силы воли меньше стало. Ай-яй-яй, как же это нехорошо. Так, ты отсюда сможешь стрелять. Давай, вставай. Приманку даже вот сюда как-нибудь бахнет. Но если Хироны не стреляют вот по этим турелям, значит они и сюда стрелять не будут. Так, ты просто в ожидание встань. Ты в ожидание встань. Ты в ожидание встань. Ты подходи поближе. Да, ребята, извиняюсь, что такая долгая и муторная миссия получается, но по-другому никак. Просто по-другому вот этих Хиронов не пройти. Если они начнут бомбить, то это плохо очень для нас закончится. Ох ты, кстати, мы его видим. Рецептакул, глаз. Ничего себе. И все? Только глаз? Бахнем?
или нет, все-таки не бахнем. Так, ладно, давайте, инженер. Вот отсюда сможешь стрелять, да, по двоим сразу? Давай возврат турель нажми. Положи ее в руки. Откуда сможешь стрелять? Вот отсюда, да? Нет, подожди, еще раз. Вот отсюда сможешь по двоим стрелять. Вот отсюда. И значит, бросай сюда турель. Она по логике вещей должна отсюда начать стрелять. Да, она аж троих отсюда видит. Прекрасно. Ты. Ходи давай сюда. Забирай турель. И ниоткуда не можешь стрелять, к сожалению. Ну ладно, давайте так. А где у нас еще один снайпер? Вот что, снайпера. Откуда сможешь стрелять? Вот отсюда аж по троим. Ну давай тоже вставай сюда. Давайте попробуем их с дистанции снять. А, что у вас? У вас. Давай, восстановись. И просто конец хода. Не будем мы никуда торопиться. Нам этот бой нужно просто выигрывать. Если, как говорится, не хотят они торопить события, мы тоже их торопить не будем. Потому что, ну, крайне опасно идти на этих ребят. Просто крайне опасно. Так, откуда ты попадаешь? Вот отсюда аж по троим, да? Ну, значит, поставь сюда. Пускай турель отрабатывает, пока в них есть патроны. Сколько здесь осталось? 6 залпов. Прекрасно. Снайперы кого видят? Можно, конечно, и по рецептакулу начать стрелять. Но можно и не по рецептакулу. Можно пока поработать по хиронам. Урона. Это ты куда ему попал-то, дружище? Да, ты на 45 урон попал под смертельной меткой. Во, так-то лучше. Того у него осталось 520 жизней, кровотечение. Сейчас еще пулемет по нему работать начнут. Так, нет, ты давай. Давай. Кто у нас еще не сходил? Вот этот инженер не ходил. Давай ручное управление вот этой турелькой. И эта турелька у нас поработает вот по этому херону. 360. Шикарно. И давай всем воодушевление баха еще разок. Ты поставишь еще... А, черт, очко. Черт. Не хватает очков воли. Ну да ладно. У тебя не хватает. Зато можно восстановление сделать. Давай восстановление. Прекрасно. Ну и все, пока. Конец хода. Ай-яй, нет. А, нет, не стал он ходить. Просто что-то здесь какие-то свои темные делишки делает. Турель. Ох, черт, не попало как надо турель. А другая попала. И у них паника. Но... Так, откуда ты попадать будешь? Нет, с пулеметика давай, откуда? Отсюда по троим. Отсюда аж по четверым. Так, еще раз, откуда? Вот отсюда, да? Да. Вот сюда надо. Оп. Прекрасно. Так, ты. Давай, ручное управление. Черт возьми, инженеры прям тащут этот бой. Как бы забавно это ни звучало. Снайперы. А может попробовать уже по рецептакулу стрелять? Не, давай сначала вот так сделай. Восстановись. Не надо на этот ход стрелять. Ты уже восстановленный. Можешь убить. Вот этого Артрона можешь убить. Но давай все-таки с быстрого прицеливания, чтобы потом еще разок стрельнуть. А в итоге сколько осталось? Их, да, 2 херона всего осталось. Так.
Еще одно быстрое прицеливание. Осталось всего два Херона. Почему не можешь стрелять? Потому что патронов нет. А на нее, наверное, это ничего не действует. Ну да, там еще и броня. Давай ты просто перезарядишься. Давай ты просто перезарядишься, священник. Давай бахай на всех исступления. Лис. Да куда ты сможешь добежать? Мне сейчас интересно. До него сможешь? Ох, нет, да только за два рывка сможет добежать она. Два рывка, это 8 очков воли останется. Давайте просто зайдем, посмотрим, вообще там кто-нибудь остался или нет. Ох ты, ж тут еще артронов целая гора. Ну, правда, они все паникуют. А нет, вот эти не паникуют. Там еще целая гора артронов. Ну, давайте работать, значит. Еще не все закончено, так скажем. Еще далеко не все закончено. Ну-ка. Куда он попал? Щит сломал? Да, кажется, щит. Так, давай всем. Или не всем, подожди. Тяжелый пехотинец, сможешь что-нибудь интересное сделать? Прыгать ты отсюда не сможешь, да? Да. Выстрелить тоже не сможешь. Ракеты у тебя кончились. Черт возьми, надо было больше вот этих торов брать. Надо было брать больше торов. У этих паника, паника, паника. Вот у этих нифига не паника. Лис к ним сможешь подойти? Я боюсь так близко к рецептакулу подходить. Я, конечно, могу подойти поближе, но, во-первых, он на боеготовность, он по мне постреляет. А это не очень хорошо. Ну ладно, давайте воодушевление. Попробуем мы его немного подстрелить. Мало ли, может, убьем. Ну да. А может, не убьем. То уж надо попасть. Надо прям очень. Очень надо. Ух, да. Убил? А кого-то убил? Слушайте, а он нужного убил. А сколько у тебя силы воли осталось? А нисколько. А если я за счет рывка сюда подойду? Попробуем. Если что, просто убежим. И силы воли есть, и ходы есть. Если что, просто сбежим отсюда, если увидим что-то страшное. Нет, страшного мы ничего не видим. Что если курок до упора вжать? Это потратим все 5 выстрелов на этого Херона. Готово. Черт возьми, осталась последняя обойма. Это последняя обойма. Врагов осталось, ну не так много, остался рецептакул. Напомню, что ты умеешь делать рецептакул. Черт возьми. Ты умеешь делать так, что в тебя попасть невозможно. Понял тебя? Метка пустоты. Так, вызвать панику и стойкость. Может быть, что там своими клешнями бьет. Кто же его знает. Так. Инженеры. Давайте, наверное, забирать турели и двигать
по рецепту акулу. Так, ты тоже. Забирай вот эту турель. И двигай вперед. Так, священник тоже вперед. Тяжелый пехотинец. Тоже вперед. Так, нет, Лис, подожди. Не спеши. Ты давай тоже вперед, даже без укрытия вставай. Потому что мне кажется, что стрелять пока некому в нас. Лис, а сколько у тебя жизни? Ой, 9600. Нет, 9600, конечно, она за один курок до упора не убьет. 9600 она не убьет. Ну давайте спустимся вниз на всякий случай. Кто мало ли, сейчас какая-нибудь бомбардировка начнется, а мы тут на открытом пространстве стоим. Да, конец хода. Остался один херон бомбических, два артрона паникующих. Ну, тоже не стоит их недооценивать. Это... Ой. Ой, он что-то делает. Он что-то делает, ребят. А что он сделал? Он призывает кого-то, что ли? Не! Ну хорош! Какого черта? Откуда он взялся? Его ж там не было. Что на нем висит? Что это? Метка пустоты. Накладывает метку рака, который наносит урон ему и радиусе от него в начале каждого хода. Ну, замечательно. Сколько урон наносит? Не знаю? Не знаю. Так, ладно, надо, значит, действовать как-то очень осторожненько нам. Хотя осторожненько действовать уже... Уже как-то не с руки, надо рашить. Не, с такого расстояния я в него не попаду. Это югоцкого рецептакула. За счет рывка... Да черт возьми, наверное, зря я так Лис отправил далеко одну. Наверное, нужно ее возвращать. Но она, черт возьми, прям может подойти в прыгу и в него разрядить всю обойму. Сможешь всю обойму разрядить? Да, сможет. То есть это будет 5 выстрелов по много урона. Ой, а сколько у тебя силы воли? 5 из 22. Тебя сейчас. 11 из 22. Тебя. 15 из 30. Снайперы что могут? Снайперы ничего не могут. Отсюда вроде как могут, да. Отсюда могут. Ну давайте попробуем сейчас Херона убить. Давайте попробуем убить Херона. 165, неплохо. Так, еще один наш снайпер. Надо убивать, дружище. Надо убивать. Ой, как хорошо. Из инвестов попади. Ой, как хорошо. Красавчик. Как же хорошо он бьет из невидимости. Вы только посмотрите. 420 урона он ему вломил. Это сейчас... А, нет, он не умрет. Сколько силы воли у тебя? Мало силы воли. За счет рывка. 4-9. Нет, надо 9. Чтобы сюда подойти и убить все это дело. Не хватает. С другой стороны, можем подойти и убить его. А на него уже не хватит. А если турелькой убить? Турелькой не хватает очков действия. Стреляй. Еще раз. Надо попадать. Еще раз. Да твою дивизию.
Сколько у меня там осталось? 5. Ну, ну хорошо. Ну, а сколько здоровья? 600? Да, 600, господи, мне показалось 6000. Ничего себе, думаю. Но у меня здоровья нет совсем. Я... А, нет, есть одна аптечка. Если я подлечусь, я полностью потрачу все ходы. Если же я подойду сюда, я, соответственно, убью. У тебя сколько сил воли осталось? 11. У тебя 5. Ты за счет рывка сможешь сюда подойти к нему? Сможешь. Давай, подходи тогда сюда. Просто сейчас вот этот парень, он запаникует, потому что умрет вот этот и вот этот. Это будет слишком для него. Да. Плюс 2 очка воли. Это не может не радовать. Я, соответственно, осталось 3. Сейчас умирает. Все по нолям. То есть минус у этого 9. Это сможет стрелять. Ага. Так, инженер. Инженер. Ты, у тебя одна турель. Да. Ставь ее в активный слот. Подходи. Отсюда ты по троим сможешь стрелять. Вот отсюда. А почему ты не можешь поставить? Еще не понимаю, где активная игра. Ну зачем ты так делаешь? Зачем ты так делаешь? И так сложно, блин. Да чертиков сложно, ты еще и путаешь. Давайте врываться уже. Интересно, метку пустоты. Сколько вообще эта метка пустоты урона наносит? Как бы сейчас мою Лиса Клер не убила этой меткой пустоты на самом деле? Может быть, подлечим? Давайте подлечимся. Может быть, это, конечно, так расточительно, но черт возьми. Не хочу я ее терять. Она просто одна из наших, так сказать, заявок на победу. Ой, зачем я закончил ход? Ладно, у него паника. Я еще не в 70 сходил, зачем я ход закончил? Ох ты, еще появляются. Они еще появляются. Ну обалдеть. Они просто появляются из ниоткуда. По одному, надеюсь. Все. Никого больше не будет. Но этот был. Так, что он делает? Так, Лиз, сколько урон получила? 0 урон. Не понял. Не знаю, почему-то не получила она урона. Так, ладно. 3 артрона у нас здесь. Пулеметы наши почему-то не стреляли. Почему пулемет не стреляли? Не знаю. А, ну потому что я их в свой ход использовал, понятно. Так, ты. Блин, от него ответный огонь будет. Это не очень хорошо. У него будет ответный огонь. А если вот так вот подойти с дробовиком, то ответного огня не будет. Логично. Значит, подходим с дробовиком. Только у меня нет патронов. Ну, перезаряжаемся. Кстати, Лис, можно будет перекинуть часть патронов. Да. Можно будет перекинуть ей часть патронов, чтобы было чем пострелять. Так, Лис. Подходи к нему. Ох ты, черт, я думал не туда выстрелил. Сейчас он мне в ответ зарядит. Но нет, обошлось. 0 из 22. А на прыжок тоже боеготовность работает? Сейчас проверим. А, нет, на прыжок боеготовность не работает. Смотрите, лайфхак. Хоть что-то полезное мы узнали за эту длинную серию. Нормально. Я же рядом вроде поставил, нет? Ладно, черт возьми. Придется через воодушевление бахать.
Наш священник, что по турелям? Почему турели не стреляют? Почему не стреляют турели мои? Куда ты вообще меня отправила? Там нет ничего. Вот они же видят. В общем, тут нет очков действия. Ну-ка. Вообще есть смысл? Или она его просто не пробивает? Она его просто не пробивает. Вот щупальцы. Нет, смотрите, пробивает. Голова, он даже... 160 урона. Обалдеть. Ну ладно, турель тогда пускай стоят. Или не стоят. Давай вот это ты заберешь одно. Вот так вот это сделаешь и двигай вперед. А это пускай здесь стоит. И тоже двигай вперед. Так, снайперы. Ну, черт возьми. Ну, а, нет, смотри, он даже видит. Ну, видит. Почему-то урона очень мало. А ты в инвизе? В инвизе. Почему так мало урона? 280 урона. Ну, черт возьми, я вот так долго буду убивать. Ой. Но кто сказал, что будет легко? Еще 110. Ах, священник, священник. Не, давай священнику не будем, а то сейчас еще боеготовность работает у него. Давайте сначала его убьем. А почему мы его не убиваем? А вот так убиваем. А нифига, еще не убиваем. Вот так номер. Вот это номер. И что делать? Ну ладно, вот так убиваем. Я же сказал убиваем. Значит убиваем. Ну все, что? Как тебя там? Рецептакул. Ах ты, как, зачем конец холода-то, ё-моё. Я же лис не сходил. Паника вон у лис. Что, панику наслал? Да, наслал панику. Так, ну вроде бы никто не появился. Он полностью закрылся? Он полностью закрылся. Что делать? Не знаю. Ничего, например. Ну давайте подходить. Давайте просто бежать вперед, значит. А, на нем тоже вон это, который урон наносит в радиусе 5 клеток. Значит, к нему близко подходить нельзя. Значит, побежим в рассыпную. Нам не привыкать. Да, он вообще просто сереньким горит и все. То есть у него даже стрелять сейчас мы его как бы не видим. Ой, господи, сколько часов длится уже эта миссия, а? Я потерял счет времени. Черт возьми, завтра на работу. Можно сказать, что уже сегодня на работу. Но нет, надо играть. Конечно, и серию, наверное, я разрежу. Скорее всего, разрежу. Но черт возьми. Мы должны закончить это сегодня. Просто обязаны закончить это сегодня. Так. Они просто вылупляются, мерзавцы. И сразу начинают стрелять. Ну, нормально. Сразу начинают стрелять. Они хоть по одному появляются? Ну, по одному, наверное. Он открылся. Открылся, творит какую-то свою черную магию. И опять полностью закрывается. Что делать? Сбоку отсюда заходить? Сбоку, сбоку заходи. Но получается, что так. Лис. Ну, надо подходить убивать.
Надо подходить, убивать. Нельзя здесь его оставлять живых. Вот так мы только пулемет сломаем. Неважно. Отправили его в небытие. Так, тяжелый пехотинец. Ты его даже вот отсюда видишь. А если курок до упора? Щупальца, а? Щупальца отключено. 520 урона. Ой, промахнулся. О, 1000 хп ему сбили. Неплохо. А черт возьми, если они так каждый ход будут появляться по одному. Рано или поздно кто-то из наших бойцов может погибнуть. Какой-нибудь вот священник, например. Ах, черт возьми, один урон буду сейчас получать. Так, надо нашими снайперами, соответственно, забраться куда-нибудь. Блин, как это сейчас вообще работает? Сколько урон мои бойцы будут получать вот за то, что рядом друг с другом стоят? Из-за этой печати пустоты. И она вообще, почему она не снимается? Ну, подходите. Еще ты, подождите, еще ты... Ай, игра, ну не сюда же я его посылал. Не сюда его посылал. Так, откуда выпрыгнет? Нет, он сразу начал магию творить. Ага. Ой, сирена еще появилась. Хорошо, хоть... Ноль урона. Непонятно, как это работает. Ага, вот так он открылся. Так, подождите. Блин, а у него... Эх, Лис, почему у тебя так мало патронов? Где наш парень с патронами? Где наш парень с патронами? Ты отсюда с пушки стрелять, да? Да. Но у него нет клинка до упора, есть смертельная метка. Прекрасно. А вот сюда подойди. Лис. 5, рывок 4, да? Да. Пойди сюда. Сейчас тебе этот товарищ отдает патроны. Прям прекрасные, шедевральные патроны. Ты перезаряжаешь. Делаешь курок до упора. Просто все дерьмо из него вышибаешь. Больно? А, кажется больно. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, ему больно. Так, и вот здесь сзади неприятность у нас. У нас сзади Сцилла нарисовалась. И надо ее как-то убить. Ой, Сцилла, сирена. Подожди, ты Рипса такую это увидишь? Видишь, ну как-то мало урона ты ему наносишь. Нет, сирену надо убить, нельзя их в тылу оставлять. Да, мы уже прям на грани победы, но, черт возьми, не хочу я терять бойцов. Ох! Господи, как же он больно стреляет из инвиза. Как же он больно стреляет из инвиза. Давай еще разок тогда вот по рецептакулу. А еще и глаз ему отключил. Глаз на щупальце натянул вражескому рецептакулу. Так, ты... Побросай турельки, а может они тоже постреляют? Отсюда сможешь попадать? Нет, вот отсюда попадаешь. Откуда ты попадаешь?
Да ты отовсюду попадаешь. Ну, значит, нет. Турельку. Так. И еще одну. Нет. И еще одну кидай. Так, и давай ручное управление. Так, рецептакул. Лови пулемет. Еще 300 урона. Прекрасно. А что ты там ноешь? Я, блин, замучился тебя убивать уже. Как нечестный вообще. Ни разу ты нечестный. Сколько можно вообще? Я третий час тебя убиваю. Третий час. Вот люди будут всю эту серию смотреть. Они же просто, не знаю, обалдеют от такой продолжительности. Просто обалдеют от такой продолжительности. Еще один глаз. Успешно натянут. Ну, стреляю еще разок. О, вирусом заразил. Рецептакула. А? Класс. Дайди поближе, чтобы наверняка стрелять. Броня. Нет, давай в щупальце. Давай исступление, чтобы паника не действовала. А то он любитель панику твешить. Ну, я, конечно, не специалист, но, по-моему, на следующий ход он уже отъедет. Я, по крайней мере, сильно на это надеюсь. Давайте разочек подорвем. А ты отойди на всякий. Начнешь сейчас щупальцами бить. Ох, черт, он... Нет, он закрылся, он открылся, он творит какую-то магию. Так. 40 урона, ничего себе. Вот сейчас это больно было. А, и никто не вылез. Никто не вылез. Давай, перезарядись. Так, откуда можно в тебя попасть? Вот отсюда можно. Здоровье осталось. 2800. Так, ну, смертельную метку может у него повесить никто. Так, ну здесь вроде никто не появился. Через эти штуки нам не пробиться. Ну давайте так попробуем. Много урон нанесешь? Я почему-то не могу стрелять отсюда. А почему я не могу стрелять отсюда? Что тебе мешает? Отсюда? Сколько? 560. Ну неплохо. Я отойди на всякий случай. Так, ты... Восстановление. Давайте у всех восстановление просто прожмем. Лис уже сходила, ожидание. Восстановление. Так, вы давайте вперед. Так, тоже вперед. И восстановление. Снайпер. Восстановление. Конец хода. Так, ну что, опять свою магию темную он творит. Ой, по всем урон наносится. И у него, да, у него открылось окошечко. Лис. Давай. Так.
Перезарядись. Так, пиранья. У тебя же есть патрон? Давай, перезаряжаешься. Подходишь вот сюда. Ну и давай, курок двухуровнево. Черт возьми, он голову наклонил. За счет этого и выжил, негодяй. Может быть, еще за счет того, что я смертельную метку на него не повесил. Тоже как вариант. Ну давайте, ребята, прям чуть-чуть же осталось. Где он, черт возьми? С его только не попади. Я вообще ни в кого не попал. Ну, в своего тоже не попал, как я и просил. Так что все честно. Давай, ты из инви... Блин, а почему ты его не видишь? Почему ты отсюда не видишь, друг? Как же так? Отсюда зато видишь. Давай, из инвиза, на всю хп ему, а? На 495. Красота. Пулеметы. Пулеметы не хотят стрелять. Инженеры. Инженеры хотят. Слушайте, мы, кажется, добиваем. Мы его, кажется, добиваем. Так. Священник. Ты давай немножко поковыряй. Так. И давай, убивай. Мы это сделали. Ребята, мы это сделали. Это, кажется, конец. Развернуть маяк над поверженным югоцким рецептакулом. Кто это сделает? Ты. Давай, разворачивай. Задание. Ну, обалдеть. Обалдеть. Мы это сделали. Да. В войне всегда есть победители и проигравшие. Это был наш черед наслаждаться моментом. Победа, несмотря ни на что. Против силы вторжения, которые угрожали уничтожить наш вид и наш мир. Человеческая изобретательность позволила нам установить нацеливающий маяк на него, короче, как только Вест отдал приказ, мы активировали спутниковую сеть. Мы обрушили на их дворец всю нашу огневую мощь. И только после этого чаши весов склонились в нашу пользу. Новый Рихон и проект Феникс сражались бок о бок, чтобы спасти человечество. Сантиметр за сантиметром отвоевывая сначала сушу, а потом и океан. Враг отбивался, но слишком хаотично, бессвязно, без стратегии. Они были повержены. Теперь нам нужно было что-то сделать с зараженными. Мы собрали всех, кого не смогли спасти, и изолировали в огромных лагерях. Хо, вдали от новых городов. Те, кто не подчинялись, умирали. Это был единственный способ. Синедрион возражал, но в итоге они начали работать с нами. Молодцы. Ультану поначалу сопротивлялся, но поскольку пророчества их ложной религии не сбылись, они потеряли всякую надежду. Да еще бы. Их повстанческие настроения все еще представляли угрозу, но мы были полны решимости устранить ее. Им не было места в новом мире. Видение одного человека позволило достичь больших успехов, однако никто не должен нести бремя всего мира в одиночку. После войны Тобиас Вест создал новые альянсы и принялся строить лучшую систему. Ну слушай, красавчик, зря в нем сомневались. В будущем нет, не будет наций, лишь люди, человечество. Объединенный одной целью, защитить права каждого человека, жить свободно и мирно. Слушай, Вест, ты красава. Что касается проекта Феникс, у нас наконец появилась поддержка. Пришло время строить, учиться, готовить солдат. Там, в небесной тьме, что-то древнее и могущественное еще жаждет поглотить нашу планету. Но в следующий раз... что в следующий раз? Мы будем готовы? В общем, вот, ребята. Феникс Пойнт успешно пройден. Да. С чем я вас и поздравляю. Это было очень долгое и тяжелое прохождение, но мы вместе справились. Ой, наверное, вы уже устали смотреть эту серию. Даже если я ее разрежу на две части, она все равно, наверное, будет длиться каждые часа по полтора.
В общем, спасибо вам большое, что посмотрели, что набрали силы, терпения. Если вам понравилось это прохождение, понравилось это видео, описательно... Господи, уже язык заплетается. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Это очень приятно и очень круто для моего канала. А на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо, всем пока!